Здравствуйте, сегодня у нас Аю, и песня называется «Шопер». Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, вам что жалко, но будьте ж вы людьми. И мы начинаем. There once was a shop. And it wasn't just any shop. It was in fact extraordinary. With even more extraordinary items that never seemed to run out. They say the items had powers that would only unlock to their rightful owners. So you might be wondering, who put those items there? Was it a god? A fairy? Or maybe a thief? Our story begins here. At the midnight auction. Судя по всему, снимали это в США, как и ее предыдущий клип. Ну и пока что по звучанию очень похоже на то, что Аю чаще всего и выпускает. Такие достаточно воздушные песни, легкие по звучанию. И думаю, что-то такое нас и ждет. Не будет какого-то чудовищного гудящего баса. И давайте слушать дальше. Очень здорово подобранные синтезаторы, гитары и джентльмен, который проскакивал там с татуировками, такой немножко загорелый. У меня такое чувство, где-то я увидел. Может быть, у него была такая песня, которая... I don't think I'm scared of all the signs. Don't ever leave me alone at night. I don't think I'm scared. I don't think I'm scared. Может быть, может быть. Может быть, это Диппи Райан, а может быть, я ошибаюсь, кто знает. Тут сразу вспоминается канал человека, который делает ножи из всего, из чего угодно. Там из воздуха, из дыма, из бумаги, из льда, из костей. Из конфет, наверное, тоже делал. Я думаю, можно ли языком настолько сильно конфету стащить, чтобы она была достаточно острой, и угрожать ей, чтобы человек вел машину, куда тебе нужно. Вопрос, конечно, риторический. Но в целом, по звучанию, композиция очень легко воспринимается, то есть классно, там еще перегруженные гитары есть, много слоев инструментов, но они все просто складываются вот в такую вот, ну, в такую вот стену звука, но не прямо такое что-то монолитное, а просто вот все перетекает друг в друга. Кстати, еще хочу отметить тоже на фоне клэпы, такие прям мое уважение. То есть они такие приятно таким зерном рассеиваются в пространстве. Ну, в общем,
Тем, кто продюсировал этот трек, огромное уважение. Звучит очень здорово. А тем, кто снимал клип, возможно, они снимали клип тому же самому Диппи Райану. Вот. Ну, вот есть такое предположение. Чуть немножко отдает его работами. А может быть, нет, может быть, другие режиссеры. Let's go! И по эпичности немножко, опять же, напоминает Imagine Dragons некоторые песни, вот именно по эпичности. Не по звучанию, но вот что-то такое вот именно, размах, вот этот вот масштаб, то, что кажется пространство почти бесконечным, будто это вот где-то происходит в каких-то пустынях и декорациях, которые, в принципе, там и так были полупустыни и подобные декорации, так что видео совпадает со звуком. Но, как видите, меня немножко Диппи Райан отвлек, потому что я такой, ну раз он появился, тут, наверное, и споет. Хотя это уже не первое появление мужчин-артистов, вокалистов у Айо, поэтому действительно, скорее всего, как актер. Ну вот, Диппер, пожалуйста. Очень классная работа, мне попало в настроение, прямо любо-дорого смотреть, особенно еще появление артиста, к которому ты очень-то хорошо относишься, ну, естественно, Брайана. Участник моей группы мечты, в кавычках, там туда еще и Джексон входит, и Лорен, и многие другие интересные товарищи, даже товарищесок, поэтому никаких вопросов нет, добавлю себе песню в плейлист, она сделана отлично, тут нет каких-то перегибов, и все звучит очень масштабно, но при этом компактно. И понимаете это как хотите. Это как, знаете, мини-маркет Grand. Как это может быть? Ну вот так. То есть сама Айо, как обычно, звучит достаточно компактно, плотно и ярко. А вот все остальное звучит широко и вот прямо захватывает все пространство, которое находится за пределами наших наушников. Ну или колонок, кто на чем слушает. Что-то я тут уже много сказал, давайте подробнее к списку бустер. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, YouTube, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас. И еще потом немножко поработаем. Далее, бустер, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое. Проходи, смотрите, изучайте. Например, реакции там выходят сразу в один день 5 штук. То есть вы можете быть впереди планеты всей. Новости тоже на день раньше. Плюс дополнительный контент и способ поддержать каналы. В общем, изучайте. Далее, MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment, музыка, телеграм-канал Хаплокация, по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.